Thank you.
помилуй нас, Боже, уведи цень милости Твоей. Молимтесь, услыши и Николая, я еже проститися им, сахало прегрешенью, вольному же и невольному. Господь Бог, очень души их, и те же праведни их упокоюются. Грехов их у Христа бессмертного Царя и Бога нашего просим. Жиши уходите, не согрешит. Ты поедин срамы греха, правда твоя, правда во веки, слово истина. Яко ты си воскресение и живот, и покой усопших рабов твоих, христопамятных, митрополита Иннокентия, архиепископа Николая, Христе Боже наш, и тебе славу воссылаем, с обезначальным твоим отцем и с пресвятыми и благими, жотворящим твоим духом. Ныне и присно, и во веки веков. О блаженном успении вечный покой. О ваш, Господи, усопшим рабом Твоим, преснопамятным митрополиту Иннокентию и архиепископу Николаю, и сотворим Oh.
Just is praised, and the blessing of the Lord is upon his head. Blessed is the man who hath found wisdom, and the mortal who knoweth prudence. For it is better to traffic for her than for treasures of gold and silver. She is more valuable. And void of understanding sneereth at his fellow citizen, but a sensible man is quiet. Премудрости Соломоновы чтение. Похваляемо праведнику возвеселятся люди. Бессмертие боясь память его, так от Господа познавается ее человек, и угодно Господи вид душа его. Возлюбите Бога, Божия мудрость, и поживите, восхождите ее. Митрополите Виталии, первой иерархии русской зарубежной церкви,
о Господине нашем преосвященнейшем епископе Иларионе и о всем во Христе, лежащих и повсюду православных, о избавлении приненных и о братьях наших во службах сущих, и о всех служащих и служивших во святом храме сердце. Satisfy the 5,000,
Do thou thyself bless also these loaves, wheat, wine, and oil, and multiply them in this town and in all thy world, and sanctify the faithful that partake of them. For it is thou that dost bless and sanctify all things, O Christ our God. And unto thee do we send up glory, together with thine unoriginate Father, and thine all holy and good and life-giving Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй,
Oh.
совершены все священники. Yeah.
Христе, живущие во вселенне. Oh, yeah.
Слава Христу!
Благослови Пресвященнейший Владыка. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us. Thank you.
как и садовки, и нехите сыни текси асу. Посети виноград сей утверди, его же насади, десница твоя. Look down from heaven, O God, and behold, and visit this vineyard, and perfect that which thy right hand has planted. Now when Jesus heard these things, he said unto him,
yet lackest thou one. Пили овцы пивона, я же не соч от фарасика, и ты мне подавай принести. И голос твой услышат, и будет едино стадо.
Царствие Свое всегда. Православный епископ соцерки Российская и господина нашего высокопресвященничего Виталия, митрополита Восточно-Американского Нью-Йоркского, the founders and benefactors and parishioners of this holy temple, and all of you Orthodox Christians, Thank you.
сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Священно Тебя побоище и спаси люди Твое, и благослови достояние Твое, исполнение церкви Твое сохрани. А святого всяко даяние, благо и садар совершен священест, сходяя Тебе со света, где славы и благодарение и поклонение высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, и Христу Моего. Intercessions of His most pure mother.
they may praise God, who hath bestowed upon them the benefaction of their own languages. Like those nations enlightened by you, we know that ye labored greatly out of love for the Lord, our Savior and God Jesus Christ, to whom is due glory and thanksgiving for this, with the Father and the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen.